Всем привет! Куда я вышла, девочки? Куда иду? Решила я сегодня сходить в Фикс Прайс, посмотреть, что там есть интересного, новенького. Вот. И кое-что надо прикупить по списку. Ну и так вообще интересно, новинки, может, какие-то появились. Может, что-то там новогоднее, что-то появилось. Погода пасмурная у нас. Холодно, плюс 2 градуса. И, в общем, решила я, что надо сходить в магазин Фикс Прайс. Вообще хочется, знаете, в магазины сейчас нарядные перед Новым годом. Хочется посмотреть, может быть, там что-то нарядное. Ну, какой-то, не знаю, атмосфера такая предпраздничная. В общем, шопинга захотелось мне, девочки. Давно собиралась, вот вышла. Посмотрим, что у нас на полочках там в магазине новенького появилось. Поснимаем. Такая тут лестница у нас крутая. Крутая. Так, надо же масочку надеть. И заходим в Фикс Прайс. Так, ну вот мы зашли. И сразу вижу самый главный стенд. Тут вот тигрята такие интересные. 249 рублей. Так, ну тут разгружают товар, поэтому... будет шумно, может быть. 249 рублей. Это вот копилочка. И игрушки вот такие вот наборы. 299 рублей. Мешочки для подарков. Подушечки внизу. Мишура тут разных цветов есть. По 77 рублей. С такими звездочками. Прикольная. Вот еще такие вот есть игрушки, наборы. И вот такая мишура. Тоже по 77 рублей стоит. О, вот такие вот малюхонькие елочки. 77 рублей стоит. Вот она вот так выглядит. Ну, немножко бедненько, конечно. Но это вот вообще самый такой дешевый вариант, если кому-то надо взять. Можно ее украсить игрушками, мишурой. На ножках стоит. А вот такие елочки стоят наверху. 77 справа и еще по 149. Вот такие блестящие елочки есть слева. Вот девочки, за которые я вам говорила, да, вот эти вот снежинки, они на липкой такой вот основе, потом ее плохо сдирают. 77 рублей стоит, их тут больше, но это как одноразовый вариант. Вот такая еще снегурочка симпатичная есть, только что-то на ней ценника нету, сколько стоит, не знаю. Красивая, но тоже она будет на липкой. Вот эти все картинки, они на липкой основе. Не, ну можно взять как один одноразовый вариант. Но вообще, мне, например, от окна было отдирать вот это все потом сложно. Что это? Занавес дождик. Интересный, какой красивый, переливается так. 149 стоит. Наклейка новогодняя. Тут разные они есть. Куда эту как клеить, я не знаю. А вот такие вот есть сувенирчики, подарочки. О, кстати, вот маленькие игрушечки тоже. Классно. А вот это что за милота? 99 рублей стоит. Ну вот был бы это такой тигреночек, я бы взяла в Насте. Мишки тут, снеговичок, наверное. Ну вот такие вот тоже. Предсказание внутри. Новогодний набор. Нет, тут нету ценника. Туда надо положить, наверное, какой-то, может быть, предсказание. Или оно там есть. Я не могу понять. Не видно, что там внутри. Ёлы-палы. Ну, какие прикольные. Светильник новогодний. Это что, светильник? А, ну да. Дырочки тут. Вот я смотрю, маленькие игрушечки как раз для моей маленькой елочки. Тут есть и шишечки, и шарики. И вот такие вот. Вот такие вот еще эти штуки. Звездочки. А это елочка на стеночку. Повесить. Вот такое блестящее украшение 77 рублей стоит.
Ну а что, здорово, здорово, мне нравится. Вот такие кружки есть, 99 рублей с тигрятами. А вот эта кружка 249 стоит, 560 миллилитров. О, какая она огромнейшая. Ну и другие еще кружки. Светильник-домик вот такой прикольненький. С двух сторон светится. Вот такие разные гирлянды есть, я смотрю, здесь красивые и бусы. Вообще разных, разнообразные вообще. Мне нравится. 249 и 149 цена. И 199 еще. 299. В общем, разная цена. Баннер новогодний 45 на 31. Во, какой симпатичный. Как раз тигр у нас тут с Новым годом написано. Народу набежало, куча народу набежала. Вот только что замолчало радио. Людей много что-то. Пока радио замолчало, можно было бы что-то и рассказать. А радио замолчало ненадолго. Сегодня трещит без умолка. В прошлый раз вообще было так хорошо, было тихо. 299 рублей. Коврик бежевый. Хорошенький такой, мягкий. Рукавица для душа 55 рублей. Я такую еще не видела. Ну, такая чуть-чуть жестковатая, но она не тянется. На руку надел и поехали. Еще два цвета всего. А там уже такие варежки, перчаточки. Щетка для мытья. Прикольная. С одной стороны щетка, с другой мочалка. Вот спинку потереть, то, что нужно, да? 99 рублей стоит она. Так, салфеточки надо выбрать. Надо теперь смотреть состав. А то я как-то взяла в прошлый раз, но вот не в такой упаковке. Но они вот так висели без упаковки. А там они вот на ощупь вроде кажутся одинаковые. Но состав разный. И вот есть некоторые хорошо впитывают воду, а есть которые плохо впитывают воду. Вот дошла я до этого отдела и вот прям призадумалась. Подсветка светодиодная, метр длина. Работает от розетки. Хотя тут USB-шный, по-моему, еще есть вход, кажется. Ну да. Включает, выключает. Что-то она меня так заинтересовала. Я отстаю и думаю, куда мне ее применить. И вроде как бы и некуда, но хочется и колется. Дальше вот это смотрю, метеостанция 199 рублей. Тоже вот. Тоже интересно, когда в комнате показывает температуру, но у меня градусник, правда, есть. Что-то там еще показывает. Может быть, влажность или еще что-нибудь. И вот такая метеостанция работает на батарейке. 199 рублей стоит. Тоже вот думаю, взять, не взять, нужна она мне, не нужна. Ну, в общем, хорошие, интересные вещи, короче, такие есть. Светильнички тут разные. Светильник светодиодный 77 рублей стоит. Вот такой прикольненький. Раз его в компьютер. Если сидите, клавиатуру нужно видеть. Но чтобы свет верхний не включать, можно лампочку так направить. Вот такие интересные какие-то штучки в этом магазине продаются. И вот вечно так вот встанешь и думаешь, нужна она, не нужна. Потом включаю мозги и думаю, ну вот без нее я жила нормально, да? Мини-штатив. О, какой прикольный. Маленький, на столе поставить, да? 149 рублей стоит. Ну да, это его цена. Вот тоже так прикольно, да? На стол поставил и снимай себе. Удобно. Вот фонарь налобный. Тоже на батарейках. Тоже одел на голову. Вечером идешь, руки, чтобы свободны были. Если нужно где-то подсветить. Если кто-то работает, тоже вот. Да, здорово. Прикольная вещь. 99 рублей всего. О, новогодние пакетики такие. Подарочек туда положить. Классно. И в нем подарить. И открытки есть еще. Так, добрались мы до кухонной утвари. Я смотрю, лопатка вот такая 79 рублей, которая гнется.
классненькая, хорошая. Мне нравится такая. Вот вообще такие гнущиеся, которые не царапают сковородку. Вот это вот мешать. Кулинарная лопаточка. И щипчики вот такие еще есть. Вот. Тоже они просиликоневые. Просиликоненные края тоже. Удобно. И черпачок вот такой есть. Немножко один с браком. Тоже просиликоненный краешек. Лопаточка. А вот это что-то интересное. Ложка, ситечка для специй. Это как? Это вот такая ложка. Здесь насыпаем, да? А вот это вот, наверное, открывается. Да, вот это открывается, сюда насыпается. И вот так вот. Не знаю, какой смысл у ней. Кто-то знает, пользовался вот такой вот штуковиной. Ложка-ситечка для специй. Подставка под горячее. Вот такие вот разных цветов есть. Ну, вот она мягкая. Высокая, нормальненькая такая. Ого, какая кружка. Ничего себе, сколько. 199 рублей стоит. Сколько ж тут емкость у нее. Что-то очень большая емкость. Я ценника тут не вижу. Ой, очки надевать не хочу. В общем, короче говоря, очень. Она огромнейшая. Вот такие еще большие кружечки есть. Так-то особо сильно нового я тут ничего не вижу. Органайзер для холодильника с крышкой 10 на 30 на 10, 199 рублей стоит. Вот такой вот ящичек с крышкой. И вот, чтобы там запахов не было, такой ящик можно взять и туда какую-то мелкоту положить. Какую-то мелочь. Что тут люди обычно, вон яйца, огурчики, яблочки. В общем, так, что-нибудь можно, пельмешки положить в морозилку, наверное, такая штука. Заварочник вот такой. Большевато, но для семьи, вот если так заварить побольше. Хорошенький чайник заварочный, 299 рублей стоит. Вообще, я смотрю, некоторые полки так нормально так себе подгребли. Вот, кстати, на подарок можно подарить какую-нибудь кружку с декорацией. Что-нибудь в коробочке можно взять. Может, вазочку, что-то такое. Так, ну это мы уже видели. Тут особо нового ничего не прибыло. Кружки верные. Вот. Много людей, много чего разбирают. Бульонницу. Все поглядываю, но никак еще пока не могу решиться взять. Нужно мне, не нужно, не знаю, такая штука. Я смотрю, полочки так подразобрали. Не успевают, наверное, выкладывать товар вообще. Людей достаточно здесь в магазине много. Так, из еды я не знаю, тут что-то я ничего такого не вижу. Люблю вот эти носочки. Такие они мягкие, такие пушистые, нежные. Я смотрю, вот эти две пары стоят 199. Но они укороченные и с бубончиком с каким-то. Но вот эти вот прямо они гладкие, без пупырочек. В последнее время я взяла с пупырочками. Вот еще без пупырочек, тоже разноцветные такие, классные. Вот цвета какие есть. 99 рублей стоит. Вообще классно тоже. Мягкие. Вот у меня есть, а я еще хочу. Ну что делать с этим? Что с этим вот делать? Рассветочки такие миленькие. Вот такие я брала последний раз. Две пары брала. Одни соседки подарила. Ей так понравились, она обрадовалась. Ладно, пока у меня есть, еще не буду пока брать. Все, девочки, пришла я домой, два пакета набрала. То, чего планировала, не планировала. Сейчас покажу вам. В общем, девочки, вот эти вот бумажные салфеточки, но они довольно быстро у меня уходят. Но здесь 188 салфеток, 155 рублей. Очень выгодно, их отсюда вытягиваешь. Я их беру постоянно уже, который раз, они мне очень нравятся. А вот эта щетка-мочалка, решила взять. Спинку потереть удобно, я думаю, будет. Вот мне интересно попробовать. Но я вот так вот щетку провожу по руке. Она довольно нежная такая, не царапает, приятная.
выбрала розовенькую, там других цветов еще было. Но мне что-то захотелось вот взять ее и попробовать. Елочные украшения. Вот такие вот они маленькие, как раз на мою елочку. То, что нужно. Ниточки надеть и добавить туда можно будет. Некоторые, которые большие, убрать, а эти маленькие добавить. 149 рублей стоят. Ну вот я взяла шишечки, мне захотелось шишечки. И вот вафельный десерт с отборным фундуком. Понтикос называется. В общем, такой тортик. Ну, решила взять попробовать. Мне кажется, он должен быть вкусный. И мне кажется, что я его уже брала. Ну, стоит он 55 рублей. Взяла на этот раз, девочки, носочки, пилинг носочки. Тогда я брала такие вот маска, как с гиалуронкой. А вот эти пилинг, что-то про них кто-то писал. Ну, попробую. Корейская косметика, надо будет почитать. Как их там, что делать с ними. Я смотрю, тут много всего полезненького для ног. Ну, в общем, хочу попробовать. Забрала последнюю кашу. Что-то эта каша стала очень популярной. 12 штук последних было. Стоит 7 рублей 80 копеек одна. Но я вам хочу сказать, она ничем не уступает той каше, которую... Вот я вчера в Магните... Не вчера, недавно в Магните я взяла 15 рублей стоит. В два раза дороже получается. Такая же точно, абсолютно. Состав такой хороший. Я уже читала его в прошлый раз. Взяла, девочки, я Доместос. Вот такой Доместос я первый раз вижу. Фруктовая свежесть написано. Мне кажется, что он должен приятнее пахнуть, чем который вот обычный. Турбо первый раз вижу в такой упаковке. Вот здесь вот написано на одно применение. Но, с одной стороны, это удобно. Вот такая вот баночка 99 рублей. Сразу ее раз вылил. Не надо измерять, намерять, сколько там выливать. Вот на два раза взяла две штуки. Вот я вам говорила за салфетки микрофибра. Я знаю, что микрофибра настоящая. Она должна прям очень хорошо впитывать влагу. Прям сразу раз впитывать. Последний раз я взяла такие тряпочки. А они влагу плохо очень впитывают. И мне это не понравилось. 30 на 30, вот эти побольше. Я посмотрела состав. Ну, вот тут состав написано. 80% полиэстер и 20% полиамид. Какие-то там салфетки были, которые... Там только один полиэстер. В общем, непонятно. Непонятно, но я думала, там будет написано хлопок. Хлопок ни одной не нашла салфетки. Вот такой. Ну, посмотрим, попробуем, как она будет вообще в уборке. 79 рублей стоят вот эти вот три штучки, тряпочки. Губки у меня для посуды уже закончились. 27,50 стоит 5 штук. И взяла упаковку, вот эти полотенца, они бывают нужны, 149 рублей стоят вот эти вот полотенца. Ну вот и все, девочки мои. Покупочки я вам показала, а теперь я хочу сделать масочку для ног. Вот я читаю тут про носочки, и кто-то мне как раз таки писал, что шелушатся потом ноги. Но тут написано, что надо их надеть на чистые ноги, вымыть, высушить, оставить на час-полтора вообще, ничего себе, сколько ждать. И потом время начала активного отшелушивания кожи может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. В общем, спустя 4-5 дней начнется отшелушивание верхних слоев кожи. Так, ну что делать? У меня мастер по педикюру сейчас болеет, так что пока она прийти не может... Я не знаю, первый раз такое делаю, но это будет эксперимент. Правда, результаты вы сейчас не узнаете. Безупречный педикюр, пилинг носочки. В общем, короче говоря, я их сейчас надену. Ну, о результате вы узнаете уже потом во влоге. Потому что отшелушивание начнется через несколько дней. Вот, поэтому, девочки, я сейчас видео закончу. С вами прощаюсь. Ставьте лайк, кому понравилось видео. И до следующего видео. Следующее видео будет влог. Ну вот узнаем в следующем, наверное, может быть, в следующем видео узнаем, что же этот пилинг мне дал. Понравился он мне или не понравился. Все, девочки, на этом прощаюсь. Всем пока.